19-е сельские спортивные игры «Золотой колос» организаторы посвятили двум главным темам – зимним Олимпийским играм и году культуры в России. Символом состязаний под названием «Жаркая спортивная сказка» стала «Жар-птица». В финале приняли участие представители всех 24 районов области. Ребята начинают тренироваться, там идет соответствующий отбор и появляется массовость занятий спортом. А на селе, на мой взгляд, это очень и очень важно. И то, что сегодня уже 19-е вот, сельские игры состоялись, в этом, конечно же, большая заслуга и оргкомитета, и, нужно сказать, большие слова благодарности Китовскому району. 46 лет назад в Китовском районе для спортивных состязаний специально был построен стационарный стадион, а почетным гостем стал легендарный спортсмен, рекордсмен по прыжкам в высоту Валерий Брумель. В этом году спортивные семьи выявили лучших в настольном теннисе, дартсе, шашках и легкой атлетике. Лучшие механизаторы состязались в гиревом спорте, кроссе и вождении трактора. А спортивные команды соревновались в футболе, волейболе и стритболе. Александр Городских уже в третий раз принимает участие в «Золотом колосе». Говорит, из года в год уровень соревнований растет. Для популяризации спорта, для его рекламы, для привлечения новых молодых спортсменов в спортивные секции, в спортивные состязания, показать на своем примере, как хорошо, как полезно заниматься спортом. По итогам областных соревнований сформирована команда, которая представит Заурали на 10-м Всероссийском фестивале летних сельских спортивных игр, который пройдет в Воронежской области с 13 по 19 июля. Марина Богатырева, Екатерина Кагатова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».